Привет всем! Запуская книжный марафон, буду вам рассказывать о тех книгах, которые кардинально изменили мою жизнь. И могу вам дать гарантию, что если вы прочтете все эти книги, вы тоже изменитесь. Сегодня я буду говорить о той книге, о моей первой книге, которая заложила тот финансовый фундамент. И с помощью этой книги я уже начал... Эта книга послужила такой вот мотивацией, я уже начал интересоваться данной литературой. Эта книга у вас навсегда искоренит проблему нехватки денег. Когда вы прочтете эту книгу, у вас не будет таких проблем, чтобы взять у кого-то в долг. И неважно, какого вы финансового состояния, у вас деньги будут всегда. Вот это вот самое важное. Хоть вы зарабатываете 10 тысяч рублей, хоть вы зарабатываете 1 000 000 рублей в месяц, у вас всегда будут деньги. Так что же это за книга? Это книга Джорджа Клейсона. «Самый богатый человек в Вавилоне», любимая книга Роберта Киосаки «Секреты первого миллионера». В этой книге есть те принципы, которые неизменимы. Они подходят любому и в любые века. Они докажут вам свою действенность, так же, как доказали ее многим другим, став ключом к стабильному финансовому прогрессу и процветанию. Деньги никогда не переводятся у тех, кто понимает простые законы их добывания. Книга очень классная, очень простая. Она даже подойдет, не знаю, ребенку. Написана в форме такого рассказа о жителях древнего Вавилона. Советую всем прочесть эту книгу. Советую всем купить эту книгу. Вы можете даже ее, конечно же, прослушать, но советую инвестировать. То есть купить, пойти в книжный магазин, отдать... То есть за знания заплатить деньги. Вот тогда вот с этой книги будет самая большая польза. Многие мне задают вопрос, почему я не даю те книги, которые о рынке, о бинарных опционах. Народ, пока рано такие книги. Вам нужен финансовый фундамент. Вы должны уметь правильно обращаться с деньгами. Если вам сейчас я дам, например, много денег, долг, проблема не исчезнет. Проблема нехватки денег у вас будет. Вы только не знаю, вот на начальном уровне проблему решите, а корень проблемы останется. Выиграете вы в лотерею много денег или там еще что-то. Вы все деньги эти потратите, позакрываете там, допустим, кредиты ваши, купите много ненужных дорогих вещей, уедете в путешествие, и опять у вас будет нехватка денег, вы опять будете брать деньги в долг, и у вас опять появятся эти кредиты. Вот эта вот книга учит, чтобы у вас такого не было. Она учит, как правильно инвестировать. Она учит, как правильно откладывать деньги. Очень-очень полезная книга, и у вас она должна, если вы вообще такой литературы не читали, у вас она должна быть первой книгой. А вот после вот этой вот книги, я уже после серии таких вот книг, которые я планирую запустить в этом марафоне, я уже буду давать те книги, которые о рынке, которые уже касаются конкретной сферы и которые вам будут помогать зарабатывать. Так что начинаем мы с этих книг, стараюсь давать вам максимально полезные информации, максимально я буду обозревать самые-самые популярные книги и те книги, которые я прочел. Вы видите, что все идет на моем опыте, я все вам рассказываю со своего опыта, можете посмотреть мой канал, как я начинал. Люди, которые за мной уже давно следят, видят мой прогресс, как вот я все постепенно... Как постепенно проходил этот путь, и теперь могу уже рассказывать свой путь вам. Когда я добился уже определенных успехов, когда я понимаю, какие книги мне в этом помогли добиться этого успеха, я теперь могу это все вам рассказывать. И скажу вам, что все у вас получится. Это реально все очень просто. Просто нужно делать, никогда не сдаваться, верить в это. И никогда не отступать. Я читал эти книги, когда был абсолютно на нуле, когда вообще не было денег. Но я верил, никогда не отступал, потому что знаю, что если я отступлю, ничего не изменится. Я знаю, какая жизнь меня ждет. Я могу пойти на работу, обычно устроиться, это я всегда успею. Я знал, что там выход один. Та рутина меня затянет, и я также буду вкалывать по 10 часов в день, ходить на работу с работы, приходить домой, смотреть телек, сериалы и ложиться спать. Вот и вся жизнь. Нет, я выбрал другую жизнь, потому что там исход уже я знал. Здесь я не знал, что меня ждет. Я верил, что я буду много зарабатывать, и я верил, что я добьюсь успеха, и у вас все тоже обязательно получится. Так что...
Всем советую книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». С вами был Рэпер Трейдер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте 200, поставьте 300, давайте 300 лайков. Я хочу увидеть, понравилась ли вам данная информация. Хотите ли вы, чтобы я вам рассказывал такую информацию? Так что, народ, жду от вас 300 лайков. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.